арене весеннего финала Кубка Гагарина. СКА против Акбарса. Николай Белов сегодня играет против команды, в которой он сезон начал. Иаков Физулин, воспитанник казанского хоккея, играет в паре с Корнеевым. В атаке Глухов, Малыхин и Варнаков. Третье звено, которое сейчас проводит энергичную атаку. Малыхин шел на пятачок, Варнаков ему помогал. Смотрим повтор. Шайба скакала по такой, тяжело попасть, тяжело бросить прицельно. Малыхин на Мюллера, Мюллер бросает! Физулин, аплодисменты болельщиков. Мюллера с этим все жутковато. Но не у него одного, а Зеленда, которого нам показывали, перед этим тоже в последнее время ничего не получается. Небольшая стычка. Ух, вот Цитов прибежал. Загодя встает, чтобы опрометью выйти на площадку и помочь своим товарищам. Лукоянов серьезно проштрафился. Два удаления за одну секунду. И выход 2-1 у Акбарса. Передача, бросок Лукоянова. Коскинен загребает шайбу. Естественная агрессия появляется. От этого никуда не деться. Глухова, давайте я похвалю за передачу. Атакующего плана защитник, но при этом у него всего один результативный план. Вот такой парадокс. Но он бежит в наступление за милую душу. Бурдасов бросает. И не получается взять ворот, которую не смог отразить Гарипов, а отразила перекладина. Игра вернется в зону Акбарса. Небольшая перебежка. Чудесов применяет силовой против Хохрякова, который сыграл по футбольному перед этим. И вот момент, который характеризует увесистость поступков и мысль. Если уж бить, то так, чтобы соперник упал. Бурдасов. Не было ли нарушений правил? Мишку Таканову вывалилось, но это уже не важно, было нарушение или не было. Кетов попадает в объятия партнеров. Дожали, добили, додавили хозяева площадки. Будет пионером в этой области с 1 ноября. Открывается новый канал, а Акбарс отыгрывается. Меньше чем за минуту до сирены. И да нет, были броски по его воротам. Варнаков хорошая передача. И хорошо Коскинен не заменили после первой пропущенной шайбы. Фин вылавливает снаряд. Они еще и сумели добыть численное превосходство, которое будет продолжаться минуты, если Акбарс не забьет. Эвен претензий особо жить не может. У него замечательный показатель полет. Плюс 7. Диалога прорывается по краю. Передача и гол! Ткачев показывает Диалоге. Это ты создал для меня идеальный момент. Вовремя я похвалил Диалога. Тоже понимаю что-то в этой прекрасной игре. Знаю, когда хвалить. Диалога улучшает свой показатель полезности и набирает второй результативный балл. Вот как же классно сыграл защитник Акбарс. Шайба Владимира Ткачева и 6-е набранное очко. А что там молодой Александр Барабанов, с которым мы сравнивали Ткачева? Момент у Варнакова! Варнаков идет в обыгрыш! И счет прежний 2-1. Коскинен задержал шайбу на линии. А великолепная игра финского голкипера. Пас на загляденье. И положил ловушку. А не стоит ли изучить видео? Рылов пошел вперед. Шагрен. Пас под бросок. Рылов бросать не стал. Бросил Азведа мимо цели. Сегодня не такой величественный, как обычно. А если конкретизировать?
положение вне игры. Обухов бросил низом. Считается, что низом нужно бросать. Растает напряжение, трибуны поддерживают. СКА, Барабанов вышел и бросил. Вот он мостом выкатится из-за ворота, обострит, бросит. Есть у него такое важное качество. Бросок, Гарипов. Шайбу до сих пор не прижал. И только сейчас судья свистнул. Мнение прибежали на помощь главному. А тем не менее мы видим, что они предоставили за. Тот купил, но не пришел. Выход 2-1. И бросок не получился. Вот бывает же такое. Болельщики со стажем скажут, что за такое нужно наказывать. Но хоккей не всегда поддается логике. Малыхин смотрел, как бы сделать передачу. И у казанцев сейчас такое ощущение, что силы на исходе. Довольно много бранга. В полном составе СКА. И бросок неточный. Азеведа, передача на дальнюю штангу, и гол, 3-1! Мюллер использовал большинство! 3-1 со стороны питерцев, и 3 пропущены. Последние секунды. Я даже не снимал вратаря. Я сказал, что статистика удручающая была у этого тренерского штаба в Борисе. В Борисе там 20 раз снимал главный тренер СКА. Вратаря и всего лишь 2 шайбы забили, 9 пропустил, худший результат в КТЛ. Статистику мне Игорь Ерон, коллега из «Спорт-экспресса», сказал. Но вот сегодня даже не потребовалось снимать вратаря и выпускать 6-го полевого. 3-1. Победа Ак Барса.